Ну, спасибо, что подарила. Все, я подписалась в ответ. Спасибо за подписку. Вот я все тянусь к курице. Знаешь, она как корёт, блин. Порежь меня, порежь. Это типа одолжение? Ой, спасибо за тапчики. Нет, я сама могу. А, ну курицу, да, это святое дело резать. Типа, что готовим? Тушеную картошку. Меня нагло заставили, представляешь? Эксплуатируют. Ладно. Коль на хлебник, значит, надо еще готовить. Адрес выложу. Я выезжаю. Выезжаешь? Чтоб покушать или чтоб приготовить за меня? Вообще-то я готовлю себе. Вот с того ли. В смысле ничего подобного? Так я ж есть буду. Делиться тоже надо. Слушай, не, она очень жадная, она не будет делиться. Вот я же сказала, что она жадная. Буду на сохранение. Проверить. Ну хорошо. Да ёб твою налево! Все, нахрен, сейчас обваляю на полу картошку и будешь ты ее есть. А? Я уже помыла. Ой, блин. То, что, блядь, упала на пол, ты не мыла. Я помыла, если ты не заметила. Я знаю, что ты все видишь, я говорю, что я ее помыла. Слепая. Сама потом готовить будешь. И... Чё? Сама потом готовить будешь и будешь кушать. Понятно, Настя, тебя не урыли, тебя закопали.
Так, чё? А, не, я уже в отпуске. А... В смысле в долгосрочном? Ни хрена! Я в кухарке не нанималась. А, значит, ты жрать не будешь. В смысле жрать не буду? Ты чё, ребёнка будешь впроголоде оставлять? Спасибо за тапчик. А, в смысле, ничего не случится, да? Я помру от голода. Откачай. Вообще нормально. Ребят, вот вы слышали? Меня вот собираются голодом морить. Что за несправедливость?